Ну что, мы поменяли насос и готовы заводить. Я надеюсь, что теперь наш мотор будет работать как часики, долго и надежно. Тестируем наш двигатель. Сейчас, наверное, промчимся как ракета. Главное, чтобы моего малыша бы не смыло. Майкл. Короче, вся команда в сборе. Мигель, Майкл, Татьяна и я. Не то, да? Да, какие-то у нас другие проблемы. Мы уже собрались почти ехать на рыбалку, но все равно проблема до сих пор присутствует. Мотор намного лучше едет, но все равно у него, он, когда даешь больше газу, он захлебывается. Ищем проблему, сейчас пытаемся разобраться. Все, что могу сказать на данный момент. Наши жужики выплыли в открытый океан. Мы все-таки решили поехать на рыбалку, несмотря на то, что приходится иногда на больших скоростях все равно до сих пор подкачивать. Мы разбираемся с навигацией. Уже по чуть-чуть мы начинаем понимать, где что, когда. Оказывается, что нам еще надо купить вот такую карточку Memory Card. И у нас начинается новый соревновательный режим. Мы будем рыбачить на снайпера или группера, но есть одно условие, но он должен быть больше вот этого кулера. Рыба должна быть больше 60 сантиметров. Ну что, поехали рыбачить? Ребята, у Тани что-то большое на самом дне клюнуло, блин. Держи, зайка, держи. Не давай слабинку, потому что она там в норку не зашла. Но что-то большое. У нас есть крюк. Мы, подожди, давайте полностью подготовим. Твоя первая рыбка на этой лодке. Вон уже рыба. Это тюна. Это пестунет. Да. Давай. Точно? Да. Но это какой-то, мне кажется, другой тип. Подожди, стой, ты так сломаешь удочку. Давайте, ребята, попробуем крюком. Где она? Подтягивай. Есть! Рыба есть! По приезду домой, посмотрев внимательно на нашу добычу, мы поняли, что это тихоокеанская бонита из семейства скумбрии. Мы приготовили из нее севиче, было нереально вкусно. Моя малышка подцепила еще одного гиганта. В этот раз это 100% гигант, потому что он разматывает нормально. Заки уже рука забилась, я вижу по лицу. Она слаб чуть-чуть, я тяну. Да. Я пока тут все удочки смотал, пока камеру включил, вот мы почти тянем. Я, короче, ребята, даже не успеваю закинуть, блин. Я кинул всего лишь раз, а малыш уже вторую рыбу. Молодец. Работает на полную. Что-то хорошее. Что-то очень большое и что-то очень хорошее. Тихо, не сломай удочку, неспокойно. Я думаю, что это рустер. Почему-то есть у меня такое лицо. По размеру
примеру, если это руссер, то, наверное, примерно такой же, как у меня палец стерла. Пока мотала. Коль нежная, пальчики тоненькие. Ну, давайте посмотрим, что же это за рыбка. Это по размеру, да, я так думаю, как она тянет. Примерно такая же, если это руссер, примерно такая же, как мы поймали в прошлый раз. Может быть, тюна, пока мы других больших рыб не ловим. Ну, не знаю, тюна так ни разу не билась. Тюна как-то вначале побила. Малыш, так сломаешь удочку. Не хочешь залезть, потому что ты так можешь сломать удочку. Под себя зайдешь. Ага. Очень сильное волнение, что же там. Но знаете, почему мы вообще ехали в другое место, но в Санаре увидели очень большую активность под водой и решили остановиться и покидать. И малыш с первого же заброса сразу что-то бахнул. Так что Санар работает. Мы еще толком даже не разобрались, как это все работает, но мы видели то, что очень много на дне вот именно малька, рыбы. Блин, ну представьте, если это большой-большой группер или снайпер. Ух, будет круто. Вкусно, это точно, если это группер или снайпер. Но, да, судя по тому, как бьется, похоже, конечно, на рустер. Это с нашего опыта, потому что мы его ловили. Ну, мы его тоже только один раз ловили. Может быть, группер тоже. Но два раза тянули, это точно. И что же там такое? Снайпер. Это снайпер. Блин, это снайпер. Ребята, это, блядь, снайпер! Это снайпер! Это снайпер! Это снайпер! Блин, малыш, ты молодец! Красный такой, обалдеть, блин! Вау! Танец! О, Чунга-чанга! Снайпер есть! Учите, какой килограмм! Подожди! Момент истины! Тан-таран-тан! Чуть-чуть коротковать! Я жив! А я забыла про вторую часть договора. Блин, фу, ребята, так бы два спора подряд продолбы. Блин, ой, ему повезло, вообще просто подфартило. Прикинь, такая здоровая рыба, для меня это большая рыба. Да. Майкл наловил селедок, вот таких вот больших вот селедочек, и на них он будет сейчас рыбачить рустерфиш. Блин, надеемся, что мы еще не может еще и рустерфиш поймаем. Вон, давай там. Вот такую вот селедку большую там, штучек 10, наверное, поймали. Можно пожарить ее? Ее можно пожарить, да, он сказал, что это был. Сейчас мы пойдем, смотрите, как он за хвост зацепил. Очень интересно. И теперь мы пойдем рыбачить рустика. Следую за Майклом. Я тащу его на сетку. Там еще один живец есть. Блин, сейчас мы будем пытаться споймать рустерфиша. Прикольно с местными. Очень интересно походить. И сколько я эту сетку не бросал, он понимал, куда бросать надо и как надо бросать. И, блин, в течение, наверное, 5 минут он споймал вот таких вот селедок. Короче, я профукал рыбу, пока шел. Блин, ё-моё. Да, точно профукал, 100%, да. Им эту рыбку завезут на лодке, на панге. Их не какой-то знакомый. Сейчас, видно, Стуров забирает ребят, и они попросили, то, чтобы он бы подальше бы отвез бы рыбку и кинул бы.
Классно, не? Ребята придумали. Я еще думал, дроном можно скидывать. После поимки этого прекраснейшего снайпера мы решили попытать свою удачу на Махи-Махи и Yellowfin Tuna, потому мы уехали 8 миль от берега в синие воды, чтобы попытать свою удачу. И сейчас мы закидываем и будем троллить. Такая вот насадка на тунца, желтоперого тунца. Сделана из дерева, с крючком, и вот такой поводок идет от нее. Удачи! Удачи! Поехали! Малыш, рыба, рыба! Быстрее! Ну, блин, ну не получилось так обмануть мою зайку. Рыба, 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 рыба! Троллим мы уже где-то 2 часа, никакой активности вообще. Только раз перепуталась леска у нас. И, блин, не знаем, что даже делать. Никакой активности на воде не видим, птиц там, ничего. Не знаю, пока что с троллингом у нас так себе получается, потому что даже во Флориде, когда мы пробовали, выходили далеко, тоже ничего не споймали. Ничего, будем пробовать. Я думаю, что в следующий раз, когда пойдем с пацанами, с Мигелем, со всеми, то тогда будет намного лучше. Но на данный момент, что есть, то есть. Короче, мы хотели на 108 метрах попробовать жигнуть, но у нас не хватило лески. Мы не достали до дна. Сейчас малышу придется 20 минут крутить обратно, чтобы выкрутить. На нашей лодке на синюю воду мы вышли в первый раз. У нас пришла идея, что надо привыкать понемногу к синей воде. Глубина 100 метров, и мы решили поплавать с масками. Конечно, мы это будем делать по одному, чтобы один в лодке был. Так, камера, мотор. Что-то нечто. Я первый раз плавал, наверное, на глубине 100 метров. А ощущение немножко очковое. И другое, вот когда с маской уже держалась за лестницу, я просто дрейфовал и пытался успокоиться, успокоился. Все равно понимаю, что вокруг тебя бездна, ты только видишь синее, нету конца этой синей воде. Немножко не по себе, потому мы и хотим по чуть-чуть будем привыкать. Я думаю, то, что я еще раз прыгну и поплыву, держась за лестницу пару секунд, потому что надо привыкать. Мы хотим плавать с китами, с дельфинами и со всеми другими. Ну вот он, второй наш претендент готов. У вас есть что сказать? Десант пошел! Ну тогда он пошел. Маску держи. Да, не видно. Да там классные медузы. Я видела несколько медуз, такие прикольные, такие плоские. Я даже не знаю, как их описать, но, короче говоря, они плоские. И две рыбки прямо под мотором кусают. Короче говоря, видно. Но здесь видно, я думаю, что метров, наверное, на 10 хотя бы. Потому что я вижу медуз, которые там глубже, и они там поглубже отсвечивают, но очень классно. Мне понравилось. We'll be right back.
Стоим, обсуждаем, как классно было поплавать в этой синей воде. Если честно, хочется еще раз туда вернуться. Думаю, что в следующий раз мы уже с ластами будем. Но обязательно я буду точно с Ганом. Если что, у меня будет хоть какая-то защита от какой-нибудь нежданной ситуации. Я буду готов, но нам очень сильно понравились. Видели, вот, как Таня сказала, очень классных медуз. Второй раз мы вдвоем запрыгнули, и было супер классно. Да, было суперски. Конечно, вода обалденно красивая, синяя. И хочется нырнуть. Хочется нырнуть, конечно, перед дрезином. Тысячу раз, но хочется занырнуть. В этот раз мы просто подержались за лестницу. Но в следующий раз мы уже с ластами поплаваем. Потом, я думаю, что мы на метр, на два. И так вот по чуть-чуть будем привыкать. Это случилось! Наконец-то мы вблизи увидели китов, ребята! Мы на берегу, нас привез Рафиньо, туда и обратно стоит $20. Они завозят тебя на лодку и забирают после рыбалки. И у нас есть очень классная идея, что мы сегодня приготовим на ужин. Эта рыба снайпер будет очень вкусно приготовленная. Оставайтесь с нами и смотрите! Ребята, это самая вкусная рыба. Это любимый снайпер, снайпер, снайпер. И сегодня мы готовим фиш такос. Это будет самый вкусный ужин, это 100%. Я буду вырезать так, чтобы ни сантиметра нигде не остался. Вот каждый кусочек мяса будет использован из этой рыбки. Я пошел делать свои дела. Так вот, ребята, тут на хвосту я делал филе и осталось мясо. И мы решили отрезать хвост и пожарить его, и каждый вот кусочек, который там будет, я все косточки облежу, блин. Каждый кусочек этого вкусного снайпера будет съеден. Алоха, сидеть? Сидеть. Тихо. Сидеть. Нельзя. Сидеть. И оп. Ай, хорошая девчуля. Почти уже готовы делать наши такосы. У меня слюни полный рот. Наш супер снайпер готов. Порезаны такие кусочки. Сковорода уже греется. Берем просто так вот. Закидываем. Чин-чин-чин. Чин-чин-чин. Самым вкусным рыбным такосом на свете. Я вам расскажу, как это делается. Берете лодку, едете в океан, ловите красного снайпера, сразу же его замораживаете. Приезжаете домой, делаете из него филе, нарезаете на кусочки, жарите на огне вот до такой вот хрустящей корочки. Потом ложите эту хрустящую корочку. Так вот обязательно надо размять эту рыбку, чтобы она легла бы на вот этот вкусный хлебушек. Следующий мы ложим сыр. Следующий шаг. Берем майонезика, хлобыть. Ну ладно, так, чуть-чуть. Потому что мы на диете. Смотрите, еще кетчуп. Беру кетчупа сразу туда сверху, хлоп, чуть-чуть. Кетчупное сразу появляется. Авокадо, чуть-чуть. Заворачиваем это все вот в такую трубочку и питоним. О май гад. Вы даже не представляете, насколько это вкусно. Как же мы можем забыть про нашего питомца? Алоха, лапу. Good girl, kiss. Hi, good girl. Ну держи кусочек рыбки. Ну все.